день, дорогие друзья, вот посетители позвали с мостка львицу и предложили ей вкусненькое угощение, мясную конфетку. Ну, львица, конечно, не откажется от такого. Мясные конфетки они очень любят, они вкусненькие. Вот. И вторая конфетка прилетела. Посмотрите, друзья, как все-таки маскируются здорово львы. Такой у них цвет шкуры, что в такой вот желтой траве они прекрасно маскируются, и это им очень помогает в охоте. Красотка облизнулась, конфетки пришлись ей по вкусу. Сейчас пойдет дальше. Еще кто-то угостит. Людей немало ходит на мостках. Деловым видом поглядывает, куда пойти дальше. Как мышцы перекатываются на задних лапах. Все, угостилась, можно идти дальше. Что ж, друзья, и мы с вами тоже пойдем дальше в поисках новых интересных сцен в крымской саванне. И не только в крымской саванне, но и в стационарном зоопарке, где живут слоны, жираф и много других очень интересных животных.